Друзі, вітаю! Мене звати Ігор Гаврищак, це YouTube-платформа 24 каналу. Відразу хочу вас попросити, не забувайте ставити лайки, коментувати, запитувати, оцінювати, підписуватись і ділитися. Мій гість – це президент клубу імені Рональда Рейгана, громадський діяч і член Республіканської партії Борис Пінкус. Борис, здравствуйте! Добрий день, дорогі, дякую і слава Україні! Героям слава! Придурич, предыдущий раз, Борис, извините, мы с вами говорили, когда был второй день операции в Курске, мы не знали, чем это окончится. Сегодня уже 10-й день заканчивается, и видно, что многие это уже называют полномасштабным наступлением. Хотел бы вас спросить, все же, как вы считаете, вот на такие глобальные масштабные продвижения были какие-то предварительные разговоры с Соединенными Штатами Америки, с Германией, с другими странами НАТО? Потому что официально я вот опять читаю, что США говорят, ну мы не знали деталей, мы не знали что, куда и как. Во-первых, средства массовой информации ничего об этом, даже намека не было. Это раз. Во-вторых, вот мы часто общаемся там с нашими конгрессменами, и никаких намеков, честно, никак, да, никакой инсайдер самый близкий там, к примеру, или еще что-то. Абсолютно. Речь шла только об одном, чтобы больше дать оружия Украине, именно наступательного характера, чтобы выполнялся закон, принятый 20 апреля этого года. И вот эти вот подачки по чайной ложечке, те же, например, F-16 10 единиц, к примеру, или сотня какая-то там атакамсов для хаймерсов большого радиуса действия, они, конечно, не давали основания быть спокойными. И наше лоббирование, в то же время давление двухпартийного конгресса, я подчеркиваю, это очень важно, на Белый дом, оно было в одном направлении. Дайте Украине все, что она в чем нуждается, чтобы остановить этих варваров, особенно их продвижение в Донецкой области. И вдруг потрясающий сюрприз. Сюрприз сногсшибательный. Сказать о том, что администрация Байдена не знала, я не могу. Я не думаю, что Зеленский в таком положении, в каком он сейчас находится, когда он вынужден еще больше просить, и настойчивее просить у американцев помощи, он мог бы вот такое вот совершить, знаете, сверхъестественное, в прямом даже смысле, знаете, вот обескураживающее не только путинский режим, но и нас вот в Америке, а он не мог это сделать без ведома окружения Байдена. Все держалось под секретом строгим, и вот это даже отказ от того, что это того же Курби, советник, одного из советников Байдена, говоря о том, что нет, вы что, это было без нашего ведома, оно, честно говоря, не внушает доверия. Но не важно это. Важно, что сегодня с каждым днем на международной арене тот или иной лидер поддерживает действия Украины. Шведы, я не говорю о прибалтах, Польша, многие другие друзья Украины сегодня говорят, да, это верно, правильно, и мы будем поддерживать Украину. Дело дошло даже до того, что Байден сам уже, видите ли, скрипя, еле держась на ногах, говорит, а вот, наверное, есть смысл дать крылатые ракеты для самолетов F-16. Причем это потрясающая новость. Почему? Потому что эти ракеты летят радиусом тысячи километров, с F-16 не надо даже залетать на территорию России, можно долбать по военным объектам России, не залетая на территорию, как я уже сказал, это уже успех. Плюс к этому, вот сейчас уже эксперты говорят, что на российской территории обнаружены даже британские танки-челленджеры. Это потрясающе. Правильно, так должно быть. Вот. Но хотя, к сожалению, британцы не разрешают использовать
ракеты большого радиодействия, Storm Shadows, например, это плохо. Надо, да, никаких ограничений не должно быть. Тем более мне приятно вам рассказать, ребята, что многие средства массовой информации подчеркивают гуманность ВСУ на территории России. Уже завозятся продукты, медикаменты. А ведь кто, более 120 тысяч эвакуировано или убежало с территории, с 82 населенных пунктов, захваченные сегодня ВСУ. Причем оставшиеся это в основном старики, пожилые, старые женщины, инвалиды. И вот их сегодня обслуживает именно Украина, находит в себе силы кормить их, помогать медициной. Это не то, что эти негодяи-варвары делали в Буче, Ирпене, Изюме. Мы этого никогда не забудем. И вот Украина показывает пример порядочности. Насколько разница в уровне цивилизации, в развитии умов вот этого российского и украинского солдата. Это честь и хвала. Вот об этом мы сегодня доносим всем, с кем мы только не общаемся. Вот, да, Борис, хотел бы сакцентировать на том, что вот пишет CNN, что якобы Соединенные Штаты Америки готовы дать, даже не так, разрешить использовать АТАКМС, но не по территории Российской Федерации, а по территории своей же, да, это мы говорим о Керченском мосту и Крыму. Они якобы, говорит CNN, объясняют это следующим, что именно часть ракет, которая выделяется Украине, она не очень-то и велика. Поэтому лучше бить по Керченскому мосту. Насколько могут быть реально такие ограничения? И позволит ли эта администрация все-таки использовать АТАКМС на 300 километров? К сожалению, по сей день, вот у меня буквально вчера был разговор с очень таким с ведущим человеком, Байден не позволяет атаковать Керченский мост. Все еще говоря, что будет эскалация, не нужно нам этого делать, до такой степени доводить, достаточно того, что Украина сегодня делает в Курском направлении. Это чушь собачья, ребята. Мое убеждение, как только будет разрушен вдребезги этот Керченский мост, я думаю, судьба Путина может решиться его же окружением. Я думаю об этом. Много интересных намеков на это. Очень много. И недовольство будет. Я вообще считаю, что если бы сегодня наша разведка вступала в контакты с окружением Путина, ставя условия, убираете Путина, это первое условие. Второе, выдворяете свои войска за границы 91 года, Украина уходит из Курска, и дальше будем работать над тем, чтобы как решить судьбу, и вашу лично. Но кое-какие пряники мы вам предложим за то, что вы сделаете. Вот таким образом должны вестись торги сегодня. Тем более вы посмотрите, как выглядит Путин, на него страшно смотреть. Ужасно выглядит. И вот это мямление, вот это вот слова, какие только вещи он не изрыгает. Но самое интересное, где то самое обещанное применение неконвенциального оружия? Хотя из окружения его опять продолжают изрыгаться эти угрозы, а он сам пока молчит на эту тему, между прочим, и, наверное, не случайно. Поэтому сегодня ВСУ на подъеме. Но нельзя не признать другого. Россия продолжает углубляться вглубь Донецкой области. Вот это очень серьезно. Почему? По многим причинам. Во-первых, нет достойного сопротивления из-за отсутствия в нужном количестве орудий, боеприпасов и, конечно же, тех самых обещанных атакамсов. Их нет. Вот если бы они были бы в достаточном количестве, сегодня мы могли бы 100% остановить варваров в Донецкой области и перейти даже на контрнаступление. Вот это проблема. Поэтому я думаю, приезд двух сенаторов, известных сенаторов, Линдси Грэма и Блюментела, представляющих две партии, в Киев был не случайным. Я уверен, за закрытыми дверями был обговорен вопрос, который сегодня фокусируется со стороны нашего Конгресса
на Белый дом. Что Белый дом может в ближайшее время сделать? Вот это очень важно. Я думаю, что результаты приезда вот этого тандема из Сената, очень скоро нам даст знать. Есть очень хорошая новость в том, что то, что Линдси Грэм произнес в Киеве по поводу отправки в Украину ветеранов-летчиков западных стран, прежде всего американских, он уже внес в Сенате, у нас в Комитете по вооружениям, по-моему, там уже вопрос сформулируется, адресуется в Нижнюю палату с тем, чтобы нас спикер Майк Джонсон это быстро прокрутил через свои комитеты, и объединившись, Сенат и Нижняя палата передадут это в срочном порядке в Белый дом Байдену. Я думаю, это очень хорошая идея, это было бы здорово, и это позволит те самые обещанные самолеты F-16 поставить срочно, незамедлительно, причем с прилетом самих летчиков. Не просто там как-то доставлять, как это было раньше, а вот именно с прилетом тех самых летчиков, которые будут воевать на стороне Украины. Вот это хорошая новость. Я думаю, она быстро прокрутится в Нижней и Верхней палате, и Байден обязан просто утвердить и дать команду к действию. Кстати, Борис, а вот этих пилотов, да, мы слышали о них, что они сами говорили, что они не против, о них очень много да. летных часов, да, на F-16, они знают эти машины очень прекрасно. Да. Много ли таких людей, которые вышли на пенсию? Не можно сказать, да, нельзя сказать, что это пенсионеры, потому что они не пенсионеры. Нет. Они вышли на пенсию, это разные вещи. Много их? Очень много. Я вам скажу, вообще, если вы вспомните мои эфиры, это было больше года назад, тогда уже я говорил о том, что в Америке зарождается добровольческое движение. Да и сейчас, вы знаете, если посмотреть, самое большое число добровольцев сегодня среди солдат ВСУ – это американцы. Самое большое число. Так вот, оно не случайно зародилось вот в Украине. И вот более чем год назад у нас началось движение добровольческое среди ветеранов. Кто ветераны, друзья мои? Не надо пугаться этого слова. Ветераны – это могут быть 45-летние, эти 50-летние. Те, кто служил в Ираке, в Афганистане. Вот, вы знаете, они вернулись, отслужили, налетали немало. У них за плечами 10-15 лет воинской службы. Вот. У нас есть определенное правило. Например, если с 22-25 лет прослужил там, допустим, 15-20 лет, то уже в зависимости от рода войск ты имеешь право уже уходить на так называемую пенсию. Тебя уже называют ветераном. Это не в том смысле ветеран там за 60, за 70. Там. Нет, этого нет. 45-летний военнослужащий, который уже закончил службу, он тоже считается ветераном. Так вот, они в прекрасном физическом состоянии, они вполне могут еще быть очень полезными для любой армии мира. Так вот, вот они сегодня, собственно, и сегодня консолидируются. И вот более чем год назад, я как начал говорить уже, это движение было зарождено, и в Конгресс было внесено предложение на основании того, что если Путин формирует такие, как Вагнеры, там другие группировки, которые терроризируют и находятся в различных уголках мира. А почему Америке не дать возможность добровольцам поехать и защищать, помогать Украине? Вот на этом основании республиканцы вышли с инициативой. Вот это было больше, чем год назад. И вот я думаю, что сегодня, когда Линдси Грэм опять вернулся к этому вопросу, я думаю, у нас есть основания опереться на то самое движение, которое зародилось более чем год назад и, к сожалению, администрация Байдена не подкрепилась. Так вот, сегодня самый момент, не откладывая в долгий ящик, побыстрее принять все необходимые меры, чтобы несколько десятков хотя бы, если летчиков, возьмутся за это, согласятся, а они готовы, я уверен в этом нет никакого сомнения, то это было бы здорово. Потрясающая помощь Украине.
Борис, хотел бы спросить о внутренней политике и о том, куда движутся тенденции, да, Камала Харрис, демократы, Трамп, республиканцы, его интервью Илону Маску. Не понимаю только, почему Трамп давал интервью не журналисту, мало журналистов на телевидении в Соединенных Штатах Америки, скажите мне. Ну, Маску, потому что он хозяин вот этого вот Твиттера, X так называемого, во-первых. Во-вторых, Илон Маск один из стал спонсоров избирательной кампании. Это было очень важно. Вот. И плюс к этому Илон Маск снял все шторы, так называемые, все фильтры. То есть нет никакой цензуры. Пожалуйста, вы можете говорить все, что хотите. И этот платформа X пропускает все. Нет никаких проблем. Поэтому Трампу было позволено говорить все, что он хочет. Ну, сказать прямо, я, конечно, при всем том, что я понимаю, почему Трамп не раскрывает свои карты, и тем не менее мне было больно слушать. Я, в конце концов, не дождусь, когда он, знаете, открыто будет говорить то, что он думает, то, что он планирует. Но и я буду реалистом и скажу вам прямо, положение Трампа шаткое. Нет уверенности в том, что он победит, я вам прямо скажу. Сегодня положение у него 50-50 с Харрис, тем более она набирает обороты. По одной главной причине. Причины эти были выражены словами Ники Хейли, которая выступала на Fox News несколько дней назад, где она критиковала Трампа и по делу. Я целиком и полностью за то, что она говорила. А говорила она как друг, как человек, заинтересованный в победе республиканской партии. И говорила она о том, что Трамп должен прекратить говорить о своем прошлом. Он должен говорить больше о настоящем и будущем. Трамп должен прекратить говорить о своей напарнице, о конкуренции, конкурентке, которая претендует на Белый дом, Харрис, о ее этнической принадлежности, о ее цвете кожи. Не надо об этом говорить. Надо говорить конкретно, чем, как и когда ты собираешься менять жизнь американцев. Вот это. Конечно, Трамп говорит иногда об этом, но его опять заносит в прошлое. Опять начинает он зацикливаться на персоналити, на ее личности. Это абсурд, потому что обывателю это не нужно. Обывателю наплевать, какого цвета она и кто ее предки и так далее. Абсолютно. Мне то же самое, я вам прямо скажу. Говори конкретно, что она соучастница всех с Байденом, всех наших бед. Именно она всегда сидит рядом с ним, когда Байден принимает ужаснейшие решения. Она ни разу не выступила против Байдена, ни разу не вышла с каким-то конкретным своим предложением по ограничению иммиграции, к примеру, или по снижению преступности в нашей стране, или по улучшению экономики. Ни разу. Вот это надо говорить конкретно. Да, он говорит так вскользь, а потом опять уходит. Вот об этом говорила Ники Хейли. Поэтому быть оптимистом в том, что вот наш, при всем том, что у нас проблемы как внутри, так и за пределами нашей страны таких масштабов, что ни один президент в своей истории не сталкивался с такими вызовами. Еще раз повторю, как внутреннего, так и внешнего характера. Поэтому Трампу, если он победит, предстоит просто необычное. Это не то, что он победил в 2016 году. Сегодня намного хуже ситуация. Сегодня две войны, причем грозящие перерасти в термоядерную войну. Вот это страшное. И я не говорю о том, что у нас внутри страны просто ужас. Экономика ничуть не дает надежды на рост, абсолютно нет. Фондовый рынок то вверх, то вниз подскакивает, то падает в бездну. Вот это все. Преступность ничуть не падает. Вот это ужасно. И число нелегальных иммигрантов ежедневно продолжает достигать от 3 до 5 тысяч каждый день. Как шли, так и продолжают идти колонной. Вот так вот, как на парад. Причем из многих стран мира, в том числе и стран враждебных нам,
Есть из России, что еще идут люди, причем эти россияне проникают в бывшие союзные республики, это в азиатские, оттуда они проникают в другие страны и долгим маршрутом попадают в Мексику, оттуда проникают к нам. А где гарантия в том, что при той лютой ненависти Путина к Америке среди них нет КГБшников? И вот расследование FBI после счастливого конца неудавшегося покушения на Трампа показывают, что тот 20-летний стрелок, который был убит, он тоже стрелял не случайно, он имел какие-то связи. Вы знаете, расследование покушения на Трампа продолжается. Уже арестован один пакистанец, который, видите ли, был связан с иранскими спецслужбами, готовившийся тоже совершить покушение на Трампа. И есть ряд других арестованных, которые тоже вовлечены в диверсионные дела на территории нашей страны. Короче, вот эта нелегальная иммиграция, она ни к чему хорошему не приводит, она тревожна. Я не могу вам напомнить, что директор FBI Рэй, который был на слушаниях в Конгрессе, однозначно сказал, что трагедия 11 сентября в нашей стране вполне возможна еще раз в любую минуту. Это были его слова. И более 300 преступников мирового уровня, проникшие в нашу страну уже, находятся в розыске. Вот это самое опасное. Вот это все вместе накладывает отпечаток на ходе, знаете, вот этой борьбы за Белый дом. И, к сожалению, сегодня, если Трамп не предпримет коренные изменения в своей борьбе предвыборной, и при всем том, что он ошибку грубейшую совершил, взяв в напарники Венса, который, к сожалению, не отвечает сегодняшним требованиям, вызовам, как внутри, так и за рубежом, к сожалению, вот это накладывает огромный отпечаток на успешности наших стараний в победе 5 ноября. Но я думаю, что вчера на пресс-конференции Трампа задали, который он проводил в Нью-Джерси, ему открыто задали вопрос: как вы относитесь к пожеланиям Ники Хейли, которая сделала ряд интересных предложений вам? Но он позитивно откликнулся и сказал, что он принимает эти предложения, и он будет рад привлечь ее к своей избирательной кампании. Ну, посмотрим, насколько это реально, насколько это правда. Теперь я вам расскажу одну вещь, которая просочилась, довольно интересная. Она имеет прямое отношение к Украине. Значит, появилась информация о том, о чем говорил Трамп с Зеленским по телефону. Так вот, самое интересное, что Трамп сказал две вещи. Первое. Он сказал Зеленскому, что все те, кто говорит о том, я цитирую, что я якобы пожертвую территорией Украины, не верьте этому, это фейк. Это первое. И второе, что не менее важное, он сказал, что в вопросах о сделке с Россией, он подчеркнул, обязаны воздать должное украинцам, отдавших свои жизни за борьбу, свою независимость за эти 2,5 года. Вот на этом будет основана сделка. Вот были слова Трампа. Вот это говорит о том, что я возвращаюсь к тому самому известному предложению, плану Майка Помпео, который был опубликован в Wall Street Journal. Потрясающий план, он реалистичен, хотя многим он кажется фантастичным, иллюзорным. Знаете, нет, это не так, это все реально, это все исполнимо. Поэтому, учитывая, что Майк Помпео является советником Трампа, то дай бог, чтобы Трамп победил, и Майк Помпео, я думаю, засучив руки, будет именно заниматься этими вопросами. Будем ждать, Борис, я очень надеюсь на это. И последний вопрос. Вот 10 числа, да, следующего месяца будут
дебаты, да, между Камалой Харрис и Трампом. Как вы считаете, вернее, не так, не считаете ли вы, Борис, что здесь Трамп немного в проигрышной ситуации, потому что американцы, да и мир уже видели его в дебатах, а Камалу Харрис еще нет. Все будут ждать, что она скажет, а все знают, что скажет Байден, потому что, ну, мы видим, да, плюс-минус все интервью, все его дебаты, знают, чего от него ожидать. А вот чего ожидать от Камалы Харрис, никто не знает. Поэтому, скажем так, все в руках сейчас демократов. Нет, я бы так не сказал. У республиканцев преимущество огромное. Во-первых, у самого Трампа лично, как у личности, огромный послужной список. Он сделал очень много выдающегося в первую свою каденцию. Очень много он сделал. Как внутри, так и за рубежом. Уделю минуту на это. Внутри страны он задействовал Keystone Pipeline, это нефтепровод из Канады в Техас, который позволил обеспечить наш внутренний рынок собственной нефтью, газом. Тоже почему? Потому что он еще задействовал крекинговый способ добычи нефти и газа, чего не было до него, все было заморожено. И это шло против той программы демократов, направленной на экологию, как они говорят, принося в жертву, вот именно прибыльность нашей индустрии и, конечно же, зависимость Америки от энергоносителей зарубежных стран, даже России, я обращаю ваше внимание. Потому что до тех пор Америка покупала даже нефть из России. Так вот, с появлением Трампа в то время это все остановлено было, и Трампу удалось, благодаря еще его активной деятельности за рубежом, по направлению снижения стоимости цены на баррель нефти, контактируя, например, с Саудовским королем, если вы помните, он приезжал туда, именно он добился того, что цена за баррель была снижена со $120 до $40. Это была величайшая заслуга Трампа, которая вылилась как результат превращение Америки из импортера в экспортера энергоносителей. Это была величайшая заслуга Трампа. Что касается налоговой инициативы, он начал, ему не дали. Не дали, потому что Конгресс был демократичный, там Пелоси руководила всем этим. Плюс, он план объявил и начал. Начал, конечно, с самых богатых. Потому что он боялся, что богатые вывозят свои капиталы за рубеж. Он хотел их остановить путем снижения налогов для них. А потом он планировал это для среднего класса. Затем Трамп, конечно же, он закрыл границы, начал закрывать границы. Забор начал строить. Где-то процентов на 35-40 забор был уже построен. Но ему не хватало денег. Конгресс не давал. В этом вся проблема была. И тем не менее, при нем было меньше нелегальных иммигрантов, чем при предыдущем Обаме, и я уже не говорю про нынешнем Байдене. И это внутри. А что говорить о внешних проблемах? Вы посмотрите, он начал бороться с Путиным путем, закрытия вот этого вентиля нефтедолларова. Он говорил, что нефтедоллары – это кислород Путина. Для этого он хотел снизить цену за баррель, что он и сделал, как я уже сказал, снизив со $120 до $40. Это первое. Второе – он начал воевать с «Северным потоком-2». Именно он даже бойкотировал Меркель, ту самую преступность, которая еще будет экспертами выявлена и дана на обсуждение мировой общественности, которая много вреда нанесла мировому сообществу, и не только своей дружбой с Путиным, но и многим другим. Так вот, я возвращаюсь, и тогда он вести политику против Путина путем зажима его в получении, в зарабатывании денег путем продажи энергоносителей российских, это раз. Второе, именно благодаря ведь Трампу и известная программа «Авраамские соглашения», которые практически разрушили арабскую стену. Эта программа по сей день работает. Это была инициатива Трампа.
Я не говорю о том, как много полезного он сделал для Израиля. Перенес столицу из Тель-Авива в Иерусалим, Голаны признал частью Израиля. Вот, и многое-многое другое полезного для Израиля он сделал. И, конечно же, Украина. Я вам назову, что именно при нем Украина стала получать джавелины. Именно при нем он говорил о том, что оккупация Украины недопустима. Даже сейчас, вот в эти дни, когда он борется за каждый голос, а ему не хватает как минимум 10-15 миллионов голосов, я вам напомню, сегодня его поддержка на уровне 60-62 миллионов голосов. А проиграл он в 2020 году Байдену, набрав 75 миллионов голосов, а Байден тогда набрал 82 миллиона голосов. Поэтому сегодня Трампу как воздух нужен каждый голос. Я возвращаюсь к дебатам, скажу вам, если Трамп не будет оперировать фактами, аргументами, даже говоря о том, что он будет развивать те инициативы, которые он начинал в первую свою каденцию, и развитие которым не давал Конгресс демократический, он будет продолжать это делать, и он будет конкретно говорить, чем он собирается заниматься, он забьет Харрис. Тем более у Харрис нет опыта в донесении нужной информации до аудитории. До сих пор этого не было. Я понимаю, я уверен в том, что отсутствие телесуфлера, оно поможет, это будет в пользу Трампа. Потому что у Харрис нет огромного багажа знаний. Она ничем не прославилась за эти 2.5 года, будучи вице-президентом. Ничем, ни одним своим предложением конкретным, ни одной своей инициативой. Поэтому Трамп должен будет размазать ее фактами, аргументами, а не повторением того, что он делал когда-то, и он это самое, и какой он хороший, и что его тот любит, этот любит. Не надо об этом говорить и не акцентировать на ее персональных качествах. Говорить по делу, по существу, чем он может улучшить жизнь Америки. Вот тогда он победит. Борис, спасибо за этот разговор, спасибо, что нашли время проговорить про важные процессы. И очень надеюсь на следующей неделе тоже с вами встретиться и поговорить о том, что в Курске, а может уже и в Белгороде, посмотрим, не знаем, есть ли мост или нету. Спасибо большое. Я бы хотел в заключение, ребята, коснуться вот этого раскручиваемого разговора о том, что украинские спецы якобы атаковали Северный поток-2. Чушь собачья. Не верьте этому, ребята. Я в шоке от того, что это написал Wall Street Journal. Это КГБшная работа, ребята. Ну почему? А вы знаете, я не удивляюсь, почему в Германии это зародилось. Потому что шрёдеризация еще существует в Германии, ребята. Этот Шрёдер имеет еще колоссальное влияние в окружении даже самого Шольца. Это не случайно появилось. Я представляю, в какую копеечку Путина обошлась эта идея, эта мысль, протолкнуть это. Не через кого-нибудь, именно через Германию. А очень обидно за любимый мной журнал Wall Street Journal, издание, которое, к сожалению, попалось на эту утку. Я уверен, однажды руководству Wall Street Journal придется извиняться. Я в этом не сомневаюсь. И правильно сказал Подоляк. Это чушь собачья. Этого не могло быть никак. Украине было не до этого. Раз. И во-вторых, нет технических средств, друзья мои. Это что, зашел окунуться в какую-то речку, там достался от дна чего-то и вышел? Нет. Это колоссальнейшая работа, требующая не только технических средств, но и опыта. Украине было просто не до этого. И нет возможности при всем желании. Вот так, вот так должно быть, так оно и есть. Поэтому мы должны развеять эту. Вы понимаете, пытаются запятнать имя выдающегося сына украинского народа, это Залужного. Это недопустимо. Это недопустимо, ребята. Это очень важно. И мы должны бить во все колокола, чтобы эту грязь не пытались разбрасывать. Особенно сегодня, когда Украина, ВСУ на высоте, она имеет успехи. Вот так должно быть.
Спасибо, Борис. Спасибо, что вспомнили о вот этой статье Wall Street Journal. Ну и еще раз хочу повторить нашим зрителям, не нужно верить всему, что пишут. Сейчас очень много пишут неправды. До встречи. Правда. Вот это точно, точно. Нагадаю нашим глядачам, з нами був Борис Пінкус, це є громадський діяч, член Республіканської партії, а також президент клубу імені Рональда Рейгана. Обов'язково ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте і діліться нашою розмовою.